Парк «Наташинские пруды» попал в топ-10 лучших парков Подмосковья. По результатам составленного рейтинга лидерами стали парки культуры и отдыха в Химках, Домодедове и Сергиевом Посаде. В отборе участвовали 78 парков региона. Их оценивали по почти 50 критериям. По наличию концепции развития, оснащенности камерами видеонаблюдения, наличию собственного сайта, ежедневной афиши мероприятий, а также собственного фирменного стиля в форме персонала. Также в топ-10 вошли парки в Жуковском, Реутове, Раменском, Долгопрудном. Люберецкий парк «Наташинские пруды» закрыл эту десятку. Всего в Московской области официально работают 90 объектов. 8 из них открыты в текущем году. В 2017 на создание новых и благоустройство существующих парков потратили более 500 миллионов рублей. Планируется, что к 2021 году в Подмосковье будут работать уже 126 зеленых оазисов, а их посещаемость увеличится до 15 миллионов человек. Анна Троян, телеканал ЛРТ. Всем привет, я Луиза, вы смотрите телеканал ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, ставьте лайки и комментируйте, и вы будете в курсе самых интересных событий.